Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Кайфу. Итак, первоначально Кайфу NFT нацелен на решение 6 важных текущих проблем. Нехватка ликвидности на рынке NFT, отсутствие возможности кредитования для художников NFT, отсутствие надлежащего использования стейкинга NFT, также отсутствие полезных сценариев использования, отсутствие монетизации NFT как предмета в игре для держателя NFT и отсутствие кросс-чейн использования NFT. Главная задача – сделать NFT массовыми. Первоначально Кайфу NFT был разработан для решения 6 важных текущих проблем. Это нехватка ликвидности на рынке NFT, отсутствие возможности заимствования для исполнителей и все то, что я сейчас вам говорил. Основные особенности данной платформы являются Config DeFi, это менять правила игры, социальная платформа NFT. Кайфу, как я уже говорил, это протокол DeFi на Binance Smart Chain с квалифицированной токеномикой, доходностью и торговлей, невзаимозаменяемыми токенами, а также соединением художников с миром. Экосистема построена вокруг NFT, игр и токеномики, которые принесут пользу конечному пользователю. Также ключевой особенностью данного проекта является кредитование NFT. Кайфу – это первый в мире проект, который предлагает кредит до $1000 под NFT в качестве залога, что может сделать жизнь художников более эффективной, когда у них закончились средства или плата за газ. Торгуйте незаменяемыми токенами или сделайте ставку, чтобы заработать больше. Где люди могут покупать, продавать, обмениваться одноранговыми, сужать и брать в долг одноранговые через обмен, как традиционный обмен. Больше возможностей с Кайфу NFT – это платформа DEX. Кайфу DEX – это платформа, где пользователи могут использовать механизмы автоматического создания рынка для обмена между FT и NFT в интеллектуальной цепочке сети Binance Smart Chain. Но они очень скоро она также будет поддерживать кросс-цепочки, такие как Ether, Polkadot и Matic. Еще раз насчет кредитования NFT. Кайфу – это первый в мире проект, который, как я уже говорил, предлагает до $1000 под NFT в качестве залога. Однако на данный момент только создатели и коллекционеры с хорошими историческими данными могут воспользоваться предложением до $1000 США по самой низкой цене в 1,2%. Основная цель этой функции – помочь оригинальным художникам по всему миру, которые нужны быстрые средства. Однако это может быть изменено позже голосованием уже самим сообществом. Ставка NFT позволяет пользователю Кайфу делать ставки, чтобы зарабатывать больше токенов NFT или Кайфу. Программы выращивания урожая разработаны в пользу пользователей, чтобы пользователи могли получать пассивную прибыль, предоставляя ликвидность NFT и FT для услуг рыночной экосистемы Кайфу и сама награда токена Кайфу. Чтобы увеличить взаимодействие с пользователями в экосистеме Кайфу, будет множество систем вознаграждения для пользователей, таких как вознаграждение за торговлю, рефералов, раздачу, лотерею и панель запуска NFT. На мой взгляд, довольно интересный такой проект, можно понаблюдать за ним, за их развитием. Ну а на этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!